восточная красавица Шахерезада. Вот такая вот красопеточка. Третий сезон она встречает у меня очень-очень длинный лист. В этом году я вижу уже листы такие, как они должны быть. В прошлом году она была какой-то небольшой. Очень голубая, очень красивая хоста. Тесновато ей уже, конечно, здесь. Давайте глянем. Сажала я одну зеленочку. Наросло три зеленки. Но суть не в этом. Суть в том, что наконец-то она проявляет свои сортовые признаки. Лист у нее плотный, заявлено в размере 35-40 сантиметров. У нее красивое жилкование и очень-очень красивая форма листа. Форма куста она формирует такие вверх смотрящие, не спадающие листы у нее. И она очень голубая.